Тон, тон 0,1. Ой, точнее, это же консилер. Нет, брекеты не носила, но есть в планах. Потому что у меня нижняя челюсть в зубы начинают выходить из строя. Почему такие красивые гены? Следующее, это мое самое любимое. Хайлайтер. У меня в моей сестренке есть вот такой хайлайтер. Наверное, вы замечали, вот с такой губкой. Но я губкой не пользуюсь. Есть вот такой хайлайтер. Он уже старый, но от Essence. Но он вот такой вот, видите, уже заканчивается. Вы на все лицо консилером проходите? Нет, только под глазами. Вот здесь и вот тут. Так, мне кажется, ой-бой. Мы брови красить не будем, но мы сейчас немного пройдемся. Чтобы... Знаете, могу вам сказать такой маленький советик. Советик, конечно. Вы откуда? Я сама ты. Сейчас я дверь закрою, извиняюсь. Так. У меня брови на самом деле коричневого цвета. Но я крашу. Я не крашу брови никогда. Просто прохожусь немного. Чтобы сделать, знаете, такой легкий контур бровей. У меня вот здесь, например, нету бровей немного. Ее проходим. Так, чуть-чуть. Видите, стало чуть-чуть. Вот свои ресницы, да, свои. Я губы, нос. Что еще вы спрашиваете? Ресницы. Ничего не трогала. Самое главное — уметь держать баланс в мейкапе. Вот серьезно, я вам как визажист скажу. Как профессиональный визажист, вот серьезно. Если у вас там, например, брови, да, допустим, брови, нет, свои. Я же говорю, ничего не трогала. Сайбек знакомый. Что за Айбек? Так она психа, Димидер. Как его зовут-то? Что хочешь поменять себе? Ничего не хочу. Меня все устраивает. Я вам как визажист дам такой маленький совет. Когда вы красите брови, если они у вас густые, то красьте вот эту вот часть. Если они у вас очень тонкие, вообще незаметные, то лучше красить вот с этой стороны. Нет, ламинирование имеет свои. Ладно, окей, брови, ладно. Самое интересное — это у нас сейчас ресницы. Стрелку я сегодня делать не буду, скорее всего. И хайлайтер сейчас. Хайлайтер сделаем. Что рано собираетесь? Просто надо... Или просто жимом. Да, кстати, вот с керлером. Но я пока не сделала. Так, я потеряла свой хайлайтер. Посмотри на китой. А, вот он. Гелем не укладываете, брови укладываю. Какой у вас рост? Рост 170. Что за румяна контур? Румяна, я же сказала, вот только что открыла помаду от MAC. Просто нанесла немного чуть-чуть вот с этим, с этой кистью. Типа как жидкое румяна. Все. Контур обычно от... вот такой вот, он уже у меня сломался и заканчивается. Так, давайте тогда мы сделаем теперь хайлайтер. Самое главное, то, что сейчас брекеты носили, нет. Как ухаживаете за кожей? Честно, никак не ухаживаю, это гены.
Что-то нос не нравится. Только сюда смотрю. Невермал. Жилетка. Чувак. Куда жилет? Может быть, без рукавка? Ну вот, без рукав. Хорошо, Гена, спасибо большое. Вот. Короче, делаем вот так. Вот, можете заметить. Универ собираюсь, да, в универ собираюсь. Берем только кисточек, нет, от Beauty Prof. Да, очень компактные, по идее, удобные. Берем вот такую вот кисточку. Номер 5, если вам видно. И делаем вот так. Самое главное не переборщить. Тоналку использовали? Нет, я пользуюсь консилером. Ой, сестренки, сколько ей? Сколько тебе? Ты не знаешь? 12.